Привет, друзья! Сегодня наше видео для сладкоежек, потому что мы будем делать пирожное из воздушных шариков. Для работы нам понадобится круглый шарик, размер 7 дюймов, 4 разноцветных длинных шарика ШДМ, их размер 260, насос для воздушных шаров, разноцветные перманентные маркеры и ножницы. Начнем! Дорогие друзья, покупайте у нас длинные шарики ШДМ для моделирования. Есть наборы по 100 штук, есть наборы по 30 штук плюс 5 в подарок. Все полезные ссылки в описании. Добро пожаловать! Итак, наполним воздухом желтый шарик ШДМ. Оставим длинный хвостик, примерно на 6-8 пальцев. Немножко спустим воздух. И завяжем шарик. Разомнем его. И делаем нижнюю часть. Итак, скрутим шарик. Раз. Такой же делаем элемент Bubble Twist. Два. Хвостик обовьем вокруг. Так, закрепили. Теперь делаем такой элемент 3, такого же размера. 3. Так. Далее 4. Скручиваем шарик. Так. Вот так. И поменяем между собой соседние шарики. Вот так. Так. Теперь делаем еще один оборот такой. Скрутим шарик. Раз. Так, длинноват, чуть-чуть короче. И еще раз, вот так. И нижняя часть у нас будет полностью готова. Скрутим шарик так. Вот так. Все, можно спускать воздух. Найти хвостик и шарик завязать. Вот так. Кстати, таким методом мы делали тюльпан из шаров. Получилась очень красивая композиция. На всякий случай ссылку оставим в описании. Так, есть. Готово. Теперь сделаем вишенку. Наполним воздухом красный шарик. Вот так. Завяжем узел. Раз. Здесь завяжем узел повыше. Срежем и завяжем. Вот так. Вот что у нас получилось. Теперь из черного шарика будет хвостик вишни. Отрежем половину. Привяжем шарик к красному. Вот к длинной части. Сделаем один узел. И второй. Вот так. Вот. Теперь приготовим остаток длинного шарика ШДМ. Указательным пальцем
пальцем правой руки протолкнем хвостик на противоположную сторону. Так, вот. Пальцами левой руки захватим и перекрутим. И у нас получится красивая вишенка. А хвостиком, то есть остатком длинного шарика, зафиксируем. Завяжем один узелок и еще один, чтобы все крепко держалось. Раз и два. Так, вот вишенка готова. Подрежем хвостик. Ну, пока вот так. Теперь делаем ту часть, на которой расположен крем. Наполним шарик воздухом. Так. Определим размер. Где-то так. Вот. И завяжем хвостик близко к началу. Вот так. Вот. Теперь приготовим остаток красного шарика и будем делать следующее. Мы привяжем хвостик, черные шарики можно обрезать, привяжем хвостик красной вишни к розовому. Так, сделаем один узел и второй. И прицеп тоже. Указательным пальцем правой руки протолкнем на противоположную сторону хвостики. Пальцами левой руки захватим и перекрутим. Вот так. И производим ту же операцию. Обовьем шариком узел и завяжем. Раз. И обязательно еще раз. Вот так. Вот. Как настоящая вишенка. Расправим шарики. Очень красиво получается. Теперь нам необходимо привязать, то есть связать части между собой. Что мы сейчас и сделаем. Можно сразу укоротить хвостики, чтобы было удобно. Вот так. И вот так. И свяжем их между собой. Раз. И второй раз. Готово. Теперь сделаем белый ободок из крема. Так, наполним белый шарик воздухом. Немножко спустим воздух. Хвостик оставим достаточно длинным, так как шарик мы полностью не будем использовать. Распределим воздух по всей длине. Вот так. И будем делать элементы bubble twist. Раз. Два. Как бусинки. Левой рукой придерживайте. Не забывайте распределять воздух правой рукой. Нажимать на шарик и распределять к хвостику. Так. Три. Четыре. Далее. Пять. Шесть. Восемь. Так, посмотрим, какой нам нужен, какая нам нужна длина. Ну, еще можно 9 и 10. 9 и 10. Теперь придерживаем пальцами, спускаем воздух аккуратно. Вот. Излишек сразу срежем.
и свяжем хвостики между собой. Вот так. Делаем один узел и второй. Так. Вот. Теперь поместим на место и один сегмент оттянем пальцами и перекрутим. За ним спрячутся хвостики. Будет аккуратно. Вот так. Расправим шарики. Ну и, как всегда, последний штрих. Воспользуемся перманентными разноцветными маркерами. И все, дорогие друзья, красивое пирожное из воздушных шариков готово! Легко и просто! Сделай сам! Пишите нам! С удовольствием ответим на все ваши вопросы! С уважением, Ромашка Клоун! Добро пожаловать на наши каналы и сайты! Ссылки будут в описании! Пока!